Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня приготовим эффективное натуральное средство для отбеливания и сияния кожи на основе белого риса. Итак, насыпьте в емкость 1 столовую ложку риса. Добавьте 1 стакан или чашку воды. Закройте крышкой и оставьте на сутки. Затем возьмите небольшую кастрюлю. Натрите на терке мыло Dove и добавьте 3 столовые ложки в емкость. Также в смесь насыпьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала и налейте 3 столовые ложки молока и сок половины лимона. Хорошо перемешайте ингредиенты и поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Продолжайте помешивать. Когда смесь загустеет, снимите с огня, подождите, пока остынет. Смешайте с рисом и переложите в баночку. Смесь храните в холодильнике. Как мы будем использовать это средство? Перед применением кожу лица необходимо тщательно очистить. Нанесите полученный крем на лицо, избегая области вокруг глаз. Предупреждение: нельзя наносить на чувствительную кожу. Оставьте на 15 минут, затем вымойте лицо теплой водой и потом холодной. Для лучшего результата увлажните кожу. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю. Ну что ж, будет очень интересно узнать ваше мнение. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарна, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!